сделать обзор небольших покупок с Озона. Вот такой чай Кертис Релакс. Мы похожие пробовали, но от марки Тесс. Здесь вот 15 пирамидок. Вот решили заказать, попробовать от Кертис. Вот так вот выглядит. Пудра появилась снова в наличии, которую мы очень любили, но потом ее не стало в продаже. Вот все так вот приходит. Все красиво, все цело. Вот обычная белая транспарантная пудра, какими мы всегда и пользуемся. И самая большая покупка — это вот в такой коробке. Вот капсульная кофеварка по хорошей скидке. Мы ее купили. Вот, сейчас мы ее вынем из коробки. Вот такая коробочка, нигде не помятая. Красивая, как новенькая. Все как надо. Вот сверху сразу идет инструкция. И сама вот там кофеварка. Вот все в пакетиках. Вот такая вот малышка. Вот с другой стороны как выглядит. Вот тут вот ножки, модель, описание. Сейчас мы ее тестировать не будем, так как капсул для этой машины у нас нет. Вот сюда, в этот отсек, опускается капсула, подходящая к этой машинке. Тут вот инструкция тоже дана на крышке. Вот. Это вот подставка под чашку. Тоже вот так вот выглядит, с ножкой-присоской. Так, вот тут вот информация и подходящие капсулы, какие подходят. Вот. Спасибо, что были с нами. Вот такой получился небольшой обзор. Когда мы закажем капсулы к этой машинке, мы обязательно снимем шортс. Покажем, какое кофе взяли. И расскажем, какое оно вкусное или нет.